День рождения областного художественного музея многолюдно. Желающие приобщиться к прекрасному приезжают со всей Самары. Татьяна Бочкарева бросила все дела и устроила для своих родных увлекательную экскурсию. Чтобы посмотреть на подлинники великих художников, они приехали из поселка Управленческий. Позавчера узнали о том, что день рождения музея, сегодня решили посетить экспозицию. В принципе, ничем не хуже, чем Третьяковка или Эрмитаж. На каждом этаже музея своя экспозиция: русский авангард, искусство Востока, дом на Дворянской, тайна музейной шкатулки. Коллекция галереи насчитывает более 35 тысяч экспонатов. Один только интерьер здания уже предмет искусства. Музей, построенный в начале 20 века, это памятник архитектуры федерального значения. Об истории галереи и ее особенностях подробно рассказывают опытные экскурсоводы. Наш музей – это один из старейших провинциальных музеев России. Начинает историю в 1897 году, и сегодня у нас такой большой праздник – это юбилей коллекции нашего музея. И поэтому мы делаем праздник не только для себя, но и для жителей города. Судя по количеству посетителей, это действительно очень интересно людям. Наш музей востребован и пользуется большой популярностью у жителей города. Самарской художественной галереи понимают, что зритель любит разнообразие. В этом году у самарцев будет много поводов посетить музей. Например, в феврале откроется большая выставка классики графики 20 века. Эти работы еще нигде и никогда не выставлялись. Поэтому у горожан еще представится возможность поздравить галерею с юбилеем. Сергей Ромашов, Максим Гусев. События.